Всем добрый день. Мы приехали в город по делам со Светой. Зашли в Формулу мебели, я взяла корзинку с крышкой. Давно уже там смотрела. Коричневая корзинка с крышечкой. Очень удобная. Но собака там классная. Док. Не док. Как оно называется, не помню. Ладно, сейчас мы идем. Нам надо сходить в Альберес, забрать заказ. И потом уже по другим делам пойдем. Немножко постараемся поснимать, если что-то получится. Формулу мебели мы еще смотрели, кровати там нам понравились, и умывальники какие, мойки, то есть с кранами сразу у них какие есть. Потому что у меня кухня-то без мойки и без крана, без всего, без этого. Ну. Ну, я тоже такой хочу кран, который двигается и моется. Ну, потом видно будет, потом, когда соберем мебель, уже потом будем смотреть. А сейчас пока так. Это у нас стадион. Здесь бегать можно. Зимой здесь каток, да, есть. Вот, потихоньку ходим, гуляем. Так вот, ребята, в последнем видео, где вы видели белье развешено, это я как раз только развесила, и потом думаю, надо заснять что-то, и включила, и вообще забыла, что оно у меня висит, и что-то даже не подумала, уж прошу извинения, но сырое белье с веревки тоже убирать не буду, у меня все веревки были заняты, поэтому пришлось нижнее белье, я дома вешаю обычно. Ладно, пойдем в магазин, а потом вернемся к вам. Стою, жду Свету. Она пошла покупать самокат. Там с рук продают самокат для Вани. И зашли в Альберес, забрали свой заказ. Дома все покажу, все, что пришло. И здесь тоже и в Альберес, и так кое-что еще. А это вот корзину, которую я купила. И там одежду мы заходили в магазин, еще взяли Ване, да что, Марине, Ване в садик. И пластилин детский вот такой купила. Потом дома все вам, конечно, покажу это. Сейчас Света заберет самокат, дождемся ее. И пойдем. Тут везде кусты. Дома. Сейчас уже должна прийти Светик. Она увидала, говорит, мам, давай Ване купим. Мы недавно Марине купили, потом сегодня вам покажем, какой Марине взяли. И тут вот увидала, она говорит, давай Ване возьмем, а то они дерутся. Говорю, ну ладно, давай возьмем. Ой, господи. Хорошо на улице, солнышко. Прям благодать. Пишите, какая у вас погода. У нас ночью почему-то последние дни стало дожди идти. Вон такой дом высокий, трехэтажный. Все. Вот такой вот самокат. Ну, колесо, Света, так ты назад его сделай, господи. Что, нормальный? Да. Ну, Ване будет хорошо кататься. Ну, вот такой вот самокат. Тебе нравится вообще? Угу. Сейчас как понесем все это? Давай мой телефон. Ладно, идем. Надо еще зайти в Фаберлик забрать, там Егоркины духи вид пришли. Ладно, идем за Фаберликом. Ребят, мы уже приехали домой. Ничего опять не снимали. Бегом все это делали. Сейчас покажу все заказы, что мы забрали и то, что мы вообще купили. Так, первое, знаете, что я вам покажу? Вот эту куклу. Это Бэби Бон. Он, по идее, так-то дорогой, как вы знаете. Но мы с рук взяли за 500 рублей. Света увидала, мам, давай, говорит, Марине, купим. Также к этой кукле вот шла сосочка. Одежда вот здесь, вот горшочек, что еще? А, и вот эти вот все аксессуары для Мариночки. Это вот взяли.
Но у нас девочка маленькая, любит такое играть. Дальше. Зашли в Валберес, забрали заказ. Говорят, в школу надо будет ходить в масках. Но я не знаю, надо будет или нет, но на всякий случай решила заказать. Вот тут 50 масок у меня пришло. Дальше. Потом влажные салфеточки вот такие вот заказала. Что-то они дешевенькие были. Шарик с днем рождения фольгированный. Это потом, подожди, Свет. На телефон себе заказала 2 поп-сокета, потом покажу вам, открою, когда тут лайк и YouTube, чтобы удобнее было снимать. Потом две, вот такая вот одна маска, она дороже была, и вот такая вот одна масочка, тоже на пробу взяли. Дальше потом заказали одну футболку, Света, открой, сейчас покажи. Тут драже с витаминами, целая упаковка, что она 100 с чем-то рублей, у меня вышла упаковочка целая. Нет, это Егорки. Да, это Егорки, вот такой рисунок. И поверни передом. Сзади. Вот так, а, она даже у Егорки будет, мне кажется, большая. На Егорку. Где Егорка, дай ему померить. Так, в целом драже вот такие вот упаковочка. Дальше потом заказала я толкушку за 69 рублей, какая-то такая вот. Ну, потом попробуем, посмотрим в новой кухне. Сейчас пока приберем, когда кухня будет новая, тогда и достанем. Дальше, вешалки. 10 штук у нас, вешалок вообще не хватает. Дети просили давно у меня надувной шар. Или как он? Круг надувной, да, вот. Один заказала, 60 сантиметров. Потом надует, покажет вам, какой он пришел. Также по 100 рублей взяла вот такие вот сладости, да? Нормально. Большая она тебе, значит, папе. Нормально. Или папе. Илье отдай. Илье отдай. Илье отдай, папе потом еще закажу. Нормально. Потом вот такие вот сладости откроешь, покажешь, что там. Хотя бы одну штучку. И я давно говорила, что я хочу заказать второй штатив, чтобы сделать панорамную съемку. Заказала второй штатив себе, потом тоже открою, вам покажу. Дальше зашли в продуктовый магазин. Купили мороженое детям. Дети, разбирайте мороженое, а то оно сейчас растает. Потом такое печенько, молоко. Тут две китайские посылки пришли, потом Светик откроет. А, еще вот это вот же из Валберес. Ваня, наборчик такой интересный. Да, там вот, вот такие вот, смотрите. Тут их 40 штук в коробке. Сейчас, Света, вот сюда, Свет, делай. Покажи, что там идет. Конфетки. И наклеечки. Ну, это чисто детям. Вот такая коробка у меня вышла 115 рублей, по-моему. Это детям очень даже в радость. А вот эти вот открой, Света, дрожжи. Покажи, какие там. Так, ну-ка тихо не шуршать. Все что-то мне купили, это мороженое. Да. Дальше взяли Марине зонтик, она у нас просила. Дальше, также я вам говорила, что я купила вот такой пластилин на пробу, потом маленький поиграть, посмотрим, нормально он или нет, не знаю. Ну, вот такой вот он. 199 рублей. Посмотрим потом дальше, что. Дальше, взяла себе наушники, вот такие у меня с наушниками, это проблема вообще полная. А, вот, Света открыла. Да? Вот такие вот, и там конфетки. Ну, как тик-так, наподобие тик-так. За 100 рублей упаковку, это, мне кажется, нормально детям в радость. И давай, Света, покажем, какую мы одежду купили. Сейчас все это... А, еще вот это вот я зашла в формулу мебели, взяла... Убери в морозилку. Взяла вот такой ящик для чего-нибудь. Так, из одежды. Вот такую Марине кепочку в садик взяли, а то у нее шапочки все-таки. Дальше трусики купили. Подожди. Такие трусики мы взяли. Такие. Такие. Дальше доставай. У Вани все штаны стали короткие. И у нас проблема стала со штанами. Поэтому я ему взяла вот такие вот штанишки одни. Подожди, я сзади покажу, как они. Вот так вот. Дальше. Вот такие вот штаны со Светиком мы выбирали сзади. Обычные. И вот самые Свете понравились. Это вот такие вот. Вот эти вот 200 рублей штаны. Эти почем? Эти сейчас скажу почем. Эти 349. А это тоже 349. Ну, вот такие вот. Кофту искали, не нашли. Это что такое? А. И также пришел заказ от Фаберлик. Это я себе духи Индиго заказала. Егора, иди сюда, мне для тебя есть подарок. ЦЦ-крем. ЦЦ-крем, да. Егорки мы тоже такие же заказали.
Держи, сына. Потому что Илюша забрал. Доволен? Да, у него, потому что Илюша забрал. Каталог пришел новый. Дальше вот такое вот у меня молочко для снятия макияжа у меня закончилось. Очищающий тоник. Очищающий тоник. Ну, еще что-то там, по-моему, должно быть. Все. А, чек тут еще. Ну, вот весь, все вот такие вот в целом покупки. Ну, самокат вы, конечно, видели. Пишите, что вы думаете по поводу этого. А ты зачем распечатала? Блин. Ну, ладно. Ну, вот в целом вот такие покупки. Вы довольны? Вам сладости, да, пришли? Алло. Всякие. Ладно. Все. Пойду поем и скоро в садик на обед идти. Так, ребят, открыли, как он этот, надувной круг? Вот такой вот он. Это ананас, да? Вот так вот он. Ананасик большой. Ну, а что он у нас вышел по цене? Цены я вам, если что, напишу. Какие? Ссылочки, если надо, я ссылочки на все товары, по сути, могу оставить под видео в описании. Там посмотрим, если будет время, то оставлю вам ссылочки под видео в описании. Дети уже эти вкусняшки берут, кушают, довольны. Света, открой китайские пакеты сразу. Ножницы найди. Ладно, сейчас откроем, покажем, что в китайских посылках пришло. Так, ребята, открыли. Здесь у нас что пришло? Две посыпушки блёстки. Для... А, блёстки, да? Для... Они какие? Светятся, которые в темте? Вроде да. Да. Это светик. Зака просила меня, я ей заказала. А вот это я заказывала для заколочек, для всяких, для бантиков. Вот такие вот штучки у меня пришли стеклянные. Хочу попробовать бантики сделать. И вот заказывала. Посмотрим, что получится. Я знаю, что вы мне напишите, Настя, опять много покупок. Но вы сами говорили, детские деньги надо тратить на детей. В чем проблема? Я на детей трачу. Если вам опять не понравится, то извините, пожалуйста. Это, по идее, мои проблемы. То, что мой выбор, что я хочу, то я и покупаю. Но это что, памперсы одевать, наверное, кукле? Света куклу разглядывает. Там дырочка внизу. Я говорю, ну что, памперсы одевать, куда было ребенку сходить пописить? Дети счастливы, а для меня это самое главное. Самокат вечером Ванечке понесем, покажем. Что? Катя, довольная? Я хочу такой же попсокет. Попсокет ты себе такой хочешь? Себе новый заказать? Ага, я на что буду? Ну там видно будет. Ладно, дорогие друзья, еще встретимся с вами. Мама. Подожди, Егор. Ребята, Света говорит, мама, мы зонтик-то не показали. Вот такой вот зонтик. Это как мультик называется? Винкс, да. Вот такой 300 рублей он зонтик этот вышел. У нас у Марины зонтика в садик нет ходить. Ну, в целом вот так вот. Надеюсь, понравится ребенку. У нас уже вечер. Мы собираемся в садик. Да, паласы мы все еще не постирали, ребята. На днях будем на щетку, да, сегодня купить, кстати, для паласов. У нас щетку мы не можем найти, куда делась, видать, выкинули ее. Что... Я тебя не снимаю. Егорка с нами идет обои выбирать, поэтому мы его снимать не будем. Этот цветок вообще, он что-то весь испортился. Велик опять бросили. И идем потихоньку в садик, пойдем ребятишек заберем. Время уже много. Егорка, унеси, пожалуйста, вот этот стул. А то девочки вынесли стул, я брус показываю, не тебя. А, да, Тайсон у нас все в порядке сегодня. Вот он, видите, веселый. Да. И у него кастрюля просто ржавая, поэтому кажется, как будто вода грязная. У него каждый день чистый ноль. Видите, сейчас он все хорошо. Да, Тайсон? Ой, напугал нас, ой, напугал. Ой, радостный, ой, радостный. Как же я этого не беру полностью? Напугал нас, дурачок. Ладно, идемте. Да что, помирал-то? А, тень бред. Я сказал, что потому что я уже устал. А-а-а. Я пробежал уже много. Я впервые знал, пробежал в полную силу. Да зачем это чье-то чужое? Буду я убирать заборы. Венки у нас на не на заборе, а на дереве висят. Да, кто-то когда-то разбивался. Света говорит, надо их убрать, говорит. Там не разбивались. Ну, сбили там кого-то, не знаю. Какая разница.
Мальчика. Там говорят, что ребенок умер. Но это сколько лет? Мы уже здесь, получается, 10 лет живем. Ладно, идем в садик. Света с собой Бэби-Бо на всякую. Да, Света говорит, кроватку на Агрид посмотреть для него. Ну, подобрать, чтобы кроватку подобрать. Они хотят кроватку для Бэби-Бона. А одеялка с подушечкой она сама нашьет, да? За машинку. Вся ткани всякие, как раз у нее лоскуты пришли. Вот она будет одеялки делать разные. Ты денег мало взял? Да, 50 рублей. А что так мало взял? У тебя больше 1000 денег есть. Да, я знаю. Если точнее... Ладно, я тебе добавлю, а ты потом мне отдашь. Если точнее, это 1550, нет, 60 с чем-то. Вот у тебя 1560 с чем-то. Тысяча... Ну, короче, 1600, грубо говоря, 1600... от тебя. Ладно, ребята, идем в садик, а то непонятно, о чем 1600... разговариваем. Пришли уже в садик, Ваня, одеваем новые штаны. Покажи, как они у него, Света. Марина, подожди. Ой, какие красивые. Ваня, тебе нравятся собачки? Ой, какие собачки. Обувайся давай. Мариночка тут бегает, да, Марина? Да. Ай, ай, где ай, ай, не ври. Все. Марина уже куклу увидала. Марина, тебе куколка понравилась? Да. Ладно, одеваем Ваню, идем в магазин выбирать обои. Я не знаю. Так, все, зашли. Света, покажи, какую кровать выбрала Марина. Вот такая вот, да, с матрасиком. Да, они тоненькие. Покажи рисунки. Котятки. А я обои дай покажу. Егорка выбрал вот такие камни обои. И линолеум тоже, да, захотел ты с камнями. С камнями. Выбор... Это единственное, то, что нормально было. Ну да, там выбор был, но ему там понравилось чем? Там пусто. Че? Какие там тебе еще понравились? Там было с лодками и с городами. Да, с морем, с городами. Ну это ты сама нашьешь. Это мы с Ванькой выбрали, не я. Да, потому что Ваня же будет у него в комнате спать. И они, Ваня сказал, вот эти вот показала. И Егорке тоже понравились. И вот поэтому они вот так вот. Я себе газировку купил. Да, Ваньку у Егорку выпросил ему еще газировку купить. Там уже нету. Ты себе что взял? Спрайт. А Ваня что у тебя выпросил? Фанту. Вот так вот, да, Ваня? Да, сок купил еще, да? Вкусный сок, ой, какой вкусный. И вот так вот идем потихоньку, думаю, там Света идет с Мариной. Да, вкусный сок, выпил? Ну, ложи сюда в пакет. Я пустую коробочку. Попросил сок попить. Все, тут газировки лежат. Потом как дал, там пусто было. Да, Егорка, кстати, дал добро поснимать его. Да. Он, видите, когда у него есть настроение, он снимается. Когда нет настроения, он не хочет сниматься. Ну, я же говорил, я человек настроения. Ну, да. Но я все делал. Сегодня у него настроение хорошее, потому что он обои выбрал как раз, чтобы и для себя, и для Ваньки подходили. Да. Прям на ура. Так поставь его, пускай ножками идет. Ваня, пойдем ножками. Да, давай ножками. Понесешь? Ты же у меня большой? Лялечку понесешь? Нет. Все, шагай давай. О, штанишки выгуливай. Света, поправь ему штаны. Угу. Поправь штанишки ему внизу. Стой, тебе штанишки поправят. Да, твой. Все, шагай. Все? У тебя в кармане конфетки есть, Ваня? Где? Покажи, какие конфетки. Покажи всем конфетки свои. Не буду. Да? Ну все, пойдем. Не показывай. Не хочет пока. Мариночка, шагай вперед. Да. Ладно, идем домой. Марина, у тебя какие конфетки, покажешь? Вот, розовенькие. Что? А Ваня всегда машет? Ну, он еще и пальчиком делает. Машет, да? Ваня всегда машет автобусом. Нет, пальчиком показывает, нет. Так Ваньку держать, конечно. Бомби, КамАЗ там, да? Бомби, говорит, видите, машину вот там, КамАЗ поехал, и Ваня увидал. Да. Света как маленькая ляля с куколкой идет и с кроваткой. Тама, пойдем. Давай Егорке руку. Нет, сам пойдешь, да? Пойдем Егорский. Дома, там сама, на самокате будешь кататься. Пойдем? Что надо? Давай мини-обои.
Давай, идем. Такие горки тяжело тебя тащить, Ваня? Вот засел у брата на руки деловой. Качаться надо, работать же надо будет где-то. Ну да. Работа-то я знаю хорошая. Да нет, могу найти хорошую, только это пока что где-то надо работать. Егорка мечтает работу найти. Подработку пока. Да, подработку, чтобы хоть что-то подзаработать. Он себе хочет очень-очень хороший, очень-очень-очень-очень-очень телефон. Ну, с этим проблем. Да. Пока этим телефоном пользуется доволен. Ну, у тебя же ткани разные есть, машинка швейная есть, в чем проблема? Синтепон надо, но вместо синтепона можешь старые тряпочки взять. Ну, поролон есть, чтобы матрасик сшить. Так что... А как твой ребенок вообще не растет? Какую? Скажи, какую всем? Нет? Все. Егорка с куклой идти, ты че, Свет? Засмеют. Неправильно поймут, скажут, это что за девочка с куклой идет? Там футбол играет, ну. Вон эти там футбол играют. Не знаю, как-то можно нет увеличить. Да, вон там, ребят, футбол играет всегда. Идем. Ладно, идем. Пошли. Чудо в перышко. Я последний раз футбол играл в четверг. Да. Ладно, идем домой, потом все вам покажем. Смотрите, что они у меня делают. Вот такой вот у них свинарник на столе. Да, Ваня? Ваня, ты что делаешь? Играешь? Оксана, сядь, подожди. Он чай делаешь, да? А, пластилином, короче говоря, вот они вот эти вот играют. Уже весь распечатали. Он легкий, он испорченный некоторые. Да, вот, покажи, в чем. Видите, он рвется просто. Тут очень много. Вот тянутся, да. А вот там вот весь испорченный. И вот играет вот так вот. Ближайшие полчаса, ну, может, час, дети будут заняты. Мама, ты на месте спрятались. Да, ты что? Ну, батонов не ешь, хорошо? Вам нравится он? Да. Ну, лучше обычный покупать. Ну, потом обычный куплю вам пластилин. Ладно, пусть играют.